Почему еврей свободен и свободен от чего? И кому он не угоден и любезен для кого? Почему его так любят, но когда придет пора, проклинают, гонят, губят столь любимого вчера? Здравой логике в угоду понимают, может быть, истребить его породу, что природу истребить. Почему обожествлением каждый день из века в век убивает сотворение и страдает человек? Почему еврей свободен, жив всегда и жив везде? Он-то служит не природе, не любимому себе. А на что его опора, ясно даже для ребят? Мать его известна Тора, а отец незрим и свят. В этом суть его свободы, несмотря на мор и стон. Все народы от природы, а природа — это он. В угоду понимают, может быть, истребить его породу, что природу истребить. Почему обожествлением каждый день из века в век убивает сотворение и страдает человек? Человек. А на что его опора, ясно даже для ребят? Мать его известна Тора, а отец незрим и свят. В этом суть его свободы, несмотря на мор и стон. Все народы от природы, а природа — это он, это он.